Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня прохождение Half-Life 2. Четвертая серия, в предыдущей серии мы закончили вот на вот этом месте, где размотали половину вот этого, половину народу, половину отряда. Не половину, даже весь отряд мы размотали, там был пулеметчик в самом начале, откуда мы пришли сейчас. Здесь у нас вот эта ерунда не работает. Ну... Здесь я не заметил, как бы не заметил. Я вот здесь взорвал одну бочку, а дальше я не стал взрывать почему-то. Давай, не будем тратить. Вот. Разносят ворота. Тревогу включили. Скорее всего, к нам сейчас прибегут куча народа. Ёлки-палки. О, у нас пулемет есть. Прикольно быть пулеметчиком, когда тебе здесь ничего почти не угрожает. Ну, почти это, конечно, именно почти, потому что угрожать угрожает все. Давайте возьмем вот здесь вот патрончики. Патрончики надо брать по-любому, потому что, ну, блин, на халяву. Уксус сладкий. Хоть нам они, может быть, и не нужны. Так, где... Как я здесь не заметил этот аппарат для лечения, непонятно. Так. Опа! Кто стреляет? Прям под огонь, под открытый вышел. Молодец. Зачем я стреляю с этого пистолета, если у меня есть автомат? Сотрудник убит, и хорошо, хрен с этим сотрудником, я чуть не убился. О. Так, давайте мы вот это посмотрим. О, хорошо, аптечечка. Аптечечка. Коробочки. Ни хрена здесь больше нет у нас, да? Такс. О. Гранатку-то можно было бы и взять, да? Да-да. Да чтоб тебя, тележка. А, здесь мы давайте все возьмем. Здесь мы тоже что-то возьмем. В целом, вот тут вот можно тоже что-то взять. И получается у нас уже 100% почти хп-шечка. А, все. Так, для... выйди ты. Так, здесь я не помню, что было. Давайте мы возьмем сразу автомат, потому что, ну, блин, нас, наверное, кто-то ждет. Никто не ждет. Ты да. Вот это новости. Никто нас не ждет. Ну и хорошо, с одной стороны, со всех сторон это хорошо, потому что если нас никто не ждет, нас никто не убьет. А если нас никто... Чего себе. Поехали. Ой! Ой-ой-ой, меня понесло во все стороны. Так, пулеметчик, пулеметчик, давайте-ка иди к нахуй, пулеметчик. О, ракетницы. Ракетницы это не есть хорошо, потому что... Потому что это ракетница, блин. Если это ракетница, которая стреляет в меня, это вообще не есть хорошо. Ёб вашу мать. Да что ж такое-то? О, я не буду останавливаться здесь с ними стреляться. Это, блин, хп потратить гораздо больше, чем я сейчас. Я сейчас потратил 13 или сколько, 10, может, хп 11. А мог бы потратить... Гораздо больше. Ой. Подожгло мне. И жопу подожгло, и меня подожгло. Все подожгло. Да я еду. Что происходит? Вообще в лоб прям прилетело. Отлично. 45 хп у меня. 45 хп. А это значит что? А это значит, что все плохо. Потому что у меня нет сейчас шансов на ошибку. Вообще нет шансов на ошибку. Опять меня зависло на самом интересном месте, потому что, блин, 52 хп, 52 фпс это мало, 52 фпс это очень мало, да. Здесь я хочу заметить, необходимо очень медленно перемещаться, потому что...
блин. Ну, поехали, поехали. Здесь КПшечки даже нет. КПшечки нету, это очень печально. Ну, может быть, она, конечно, и была, но нам впадло останавливаться, я так скажу. То есть нам не впадло перепроходить потом будет. Вот это вот, да. Останавливаться впадло. Давай вот здесь вот сохранимся, потому что... Блин. Вот тут вот сохранимся, говорю. Потому что, ну, это... И просто полетели, полетели. Ворота закрываются. Зашибись. Мы возвращаемся обратно и летим вон туда. А чё мы сюда летим? Нахрен мы сюда вообще летим, если нет ничего? Что ж мы делаем-то? Что ж мы делаем такое? Да, о, дверка. Я ее сразу-то и не приметил. У нас 30 хп. ХПшечку бы мне, пожалуйста, дали бы, и было бы вообще отлично. А ее дают. Ее дают и говорят, слушай, у тебя сейчас будет жопа. Револьвер. Дали ХПшку и отобрали. Молодцы, ребята. Отлично. А есть чуть-чуть? Нет? Или это просто так придумали? Блин, зашибись, конечно, ХП отобрали просто прям только что. О, дали еще раз. Нет, я предпочитаю стрелять из автомата, потому что с автомата стрелять, оно всяко надежнее. Типа ты стреляешь и стреляешь, стреляешь и стреляешь. Здесь вот кто-то был, кто-то в меня стрелял отсюда. Это я точно тебе могу сказать. Вот главное, чтобы в таких вот... О, блин. Перестрелка какая глупая, да? Вообще отлично. Бежим, 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 бежим. Я не могу. Страшно, кошмар вообще. Где этот вертолет? Вот он. Зарядился, блин. Вертолет. Пожалуйста, не стреляй в меня, я ничего тебе плохого не сделал. Вообще ничего плохого не сделал. Ну, я бегу. Зачем я бегу сюда? Почему именно сюда? Зачем я бегу, блин? Ага, нет, все, все. Стреляй куда хочешь, я спрятался. Опа. Да, что ж ты живучий такой, собака? Не хочу я там больше находиться. Да сколько же вас тут? Перезарядись, пожалуйста. Я спиной встал прямо к тому, который меня стрелял. И боком встал. Всеми сторонами встал, все подставил себе и... О, нормально тут. Летает кто тут сзади меня прям. Это напрягает, я хочу сказать. Это хрень. Всех сейчас понатыкаю, просто так вот. Просто хорош. Хорош у меня стрелять, хорош. Займитесь делом лучше, ребят. Здесь где-то была коробка. Скорее всего, со здоровьем, да. Спасибо вам большое, что вы положили сюда и подумали об игроках. Коробку со здоровьем, потому что вот такие, как я, они не умеют играть особо в такие игры. И получается так, что бомбит гораздо чаще, если тебе не дают здоровья. А это очень плохо, типа, здоровье нужно давать, потому что, ну, блин, это ж игра, это ж шутан. Нужно здесь дать здоровье, нужно дать волю игроку, нужно дать... Нужно дать, короче, а дают тут пиздюлей пока что, вот. Да, чтоб тебя за ногу укусили. Вот так вот. Ой. А где здесь подъем-то? Как я поднимался-то вообще? О, я и так подняться смог, в принципе. А, там лестница есть. Для нормальных людей. Ну, мы же с тобой как особенные.
да? Особенный жизнь. Стреляй, стреляй. Тебе от этого легче, если становится, то молодец, конечно. Самое главное слышать, когда он перезаряжает. Я из тебя мясо выкинул уже пол... Блин. Половину туши твоей расстрелял. А ты все живой. Костюм надо зарядить. Костюм зарядился. Да зашибись, зарядился костюм, конечно. Так. Стрелять начинает. Молодец. Нужно просто выбежать. Самое главное... Хотел сказать, не на открытую местность. Не знаю, зачем я постоянно беру... Ой! Да откуда ж ты стреляешь постоянно в меня? Дурачок. Не надо в меня стрелять. Здорово, ребят. Откуда-то тут стреляет. А можно его с собой взять? Я бы не отказался на самом деле, блин. Классная штука, это... Классно, это классно, может быть, вообще 100 раз классно. Куда мне бежать-то? Ну, офигеть, ты что за мной летаешь-то? Да ну так нечестно, у него, блин, автонаведение какое-то. Он как в меня стреляет? Я даже не подумал, открыл я или не открыл. Я просто полетел, извини. Микрофон прям ударил. Я просто поехал дальше, да и все, вперед. Наверное, сюда. О, ну зашибись, конечно, мины раскидывает. Классно. Чё ж я могу сказать еще? Бомбы, бомбы, блин, бомбы! И чё? И чё? И как? И куда? И то есть? А дальше-то что мне делать? Может, не сюда все-таки? Не, ну мы, конечно, сейчас сольемся знатно просто, потому что... Потому что все, тупик, да, не сюда точно надо было ехать. Обратно, вертолет, не стреляй в меня, пожалуйста, я жить хочу. Жить хочу, чуть-чуть хоть дай пожить. По новой, блин, ты серьезно, что ли? Дальше-то куда? Ну, то есть вот здесь вот куда? А-а-а! Серьезно, я такие загадки должен решать. Куда мне ехать? Мне и так тут паника наступает, а? Едь, говорит, едь. Куда хочешь, туда едь. Так, ну здесь паники поменьше немножко, потому что здесь никто не... Меня здесь хоть никто не... Блин, опять я в таком... В такой этой... С таким лицом застываю постоянно, как... Дурачок. Так-с. Не туда. Здорово, вертолет. Что-то он в меня не стреляет, очень странно. А, он бомбы сбрасывает. Вон он что делает. Подальше от них просто держаться нужно, вот и все. В принципе, в этом нет ничего особо сложного. Он по моей траектории... А, он не по моей, он по своей... Блин. Стрелять начинает. Ёпай налево. Давно не виделись. Вот это да.
Хоть мне стрелять. Ну что же я тебе плохого сделал, елки зеленые. Но вертолет, в принципе, мне показывает, куда нужно ехать. В этом, знаешь, есть свои плюсы. И радует меня то, что можно ездить по земле. О, костюмчик. Здесь я, в принципе, под защитой, я бы сказал, даже не прям под полной, конечно, но под защитой. В целом, как бы мы уже так далеко приехали, что меня уже должны были встретить 150 раз, а меня никто не встречает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что делаешь-то, блин, куда я еду вообще? То есть, там все по радио говорили, Фриман приехал, нужен... Опять я с таким дурацким лицом остановился. Фриман приехал, нужно, мол, его встречать, давайте лодку ему там дадим, денег там... Баб, колых, я не знаю, там все что только можно, блин. И где все помощники, хрен его не знает, направо и налево, направо. Блин, нужно было по вот этой ерунде заезжать. Поехали. Не стреляй. Не стреляй, не делай ошибок. Я так понимаю, нужно по вот этой ерунде заезжать. И как я должен до этого догадываться, блин, по вот этим сваям заезжать? Ой, вот, короче. Никого нету вокруг, все просто смотрят, как я медленно умираю, и все, то есть... Ой, бомба. Хорошо, что я успел ее проехать. Блин, бочком, не сиди бочком. Бочком не нужно сидеть, нужно сидеть ровно. О! Ой-ой-ой-ой-ой, бомба. Спасибо за здоровье, но... Так, нужно ехать на Красный Крестик, потому что там сидят... Да, вот. Тихо ты, ёб! Чё тебя всё перекосило-то? Тут мне ещё стрельнуть умудрился. Я прям что-то сейчас так задёргал всё. Вот я не знаю, вот я что-то натворил такое сложное. Блин, ну бомба вообще сейчас взорвётся, конечно, отлично. Летели! И куда дальше? А, вот куда дальше-то? Ой-ой-ой-ой, тихо! Чё-то тебя... Не успел! И чё? И дальше куда? Блин, серьёзно? Ты прикинь, я успел, да, мне молодец. Слишком уж медленно она это поворачивалась, короче. А, ну все, я что могу сказать? Мы застряли в этой игре. Мы застряли не в игре, а в текстуре, и все. Мне некуда отсюда вылезать, потому что все. Давайте посмотрим последнее сохранение. А что мы можем сделать? Мы не можем что сделать. Блин, ну конечно. То это последнее самое логичное. А где это есть? А, да это прям вот прям. Я застрял в текстуре, в которой не должен был застревать, потому что я не должен был успеть до тут доехать. Сейчас стрелять начну в спину. В спину прям стрелять начну. Так, налево, направо, назад, вон туда. Такс. Ну, в принципе, что я могу сказать? Прям на бомбу подорвался. Молодец, молодец. Прям ровно, блин. Да здорово, а как она так быстро взорвалась?
Я должен был переехать через нее. Блин, да что ж тобой делается-то? Я бы должен был просто переехать через нее, а оказался в ней. Вот и все. Оказалось все гораздо проще, чем кажется. Что ж тебя всего перекосать? Так, и сюда мы приехали. Там приехали зря. Нам нужно вот туда ехать. Не стреляй мне, пожалуйста. Я жить хочу немножечко. Хотя бы чуть-чуть жить. Здорово. А он что, за мной что ли идти? Нет, он просто встал, наверное, в проходе в этом, и все, и... Все. Я за время загрузки успеваю попить. Меня это радует. Я радуюсь, что есть такие загрузки, которых можно... Так, здоровье взяли. Может, здесь мы хоть найдем помощничка, хоть одного? Но я что-то в этом сомневаюсь очень сильно, потому что что-то как-то их... Очень мало здесь помощничков, на самом деле. Мне нужно подняться. Наверх подняться, скорее всего, да? И чё? И поднялся я наверх, а дальше куда? Так, а! Лодку надо припарковать вот сюда. И чё? И ничего. Наоборот, выпрыгнуть ее отсюда. Да? И чё? И чё делать? Дальше-то чё делать? Я дурак просто, вот и всё. Зачем так игру усложнять? Я же, блин, просто хочу поиграть. А дальше ты что делать? Плита газовая, зачем она здесь нужна? Хрен ее поймешь вообще. Но она и поднять не может, это самое интересное. Ага, зашибись. Ну нам... Да уж. Да уж. Ума палата просто. Ну хорошо, хоть меня здесь никто не трогает. Я бы, блин, еще дольше соображал, если бы меня здесь еще и бомбили бы. Погнали. Так, это нам чисто для оттормаживания, да, сделано. Нам нужно ехать вон туда. Эй! Вы же Фримен? Да нет! Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фриман собственной персоной. Дверь открой мне. Ты кто вообще есть? Нам нужно уйти, пока комбайны нас не обнаружили. Бля, ты чё так? Здорово. Поспешим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фриман. Здорово. А ты кто вообще есть? Пойдёмте. Я покажу Фриман. Вашу задачу. Чё меня по фамилии-то называешь? Фриман. Наверняка тут что-то есть интересное. Ладно, пойдем, показывай. На превьюшку пойдешь вот так вот. Угу. Вот я думаю, нормально. Смотрите сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. Вот так вот. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонт что-то там шаманит под вашим катером. Хорошо. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Ну и что делать там? Чё, все? Ой-ой-ой. То есть, мне что нужно? Мне нужно ничего, да? У-у-у. Чё-то шаманит на моем кате. Он мне присобачил пулемет. А патрон, где мы? Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Элай. Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Восстанавливается оружие, прикинь.
прикольно. А, давайте на этом мы закончим, потому что, ну, серия уже длинная получилась. Поэтому в следующей серии мы продолжим, полетим на этом катере с пулеметом вперед по этой реке, расправимся со всеми там противниками. А на этом давайте мы закончим. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, держите, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Я прям вообще, у меня язык заплетается, уже даже сказать ничего не могу. Всем пока.